Так, всем привет! Сегодня вместе с вами полистаем каталог, и я обращу внимание на самые выгодные акции каталога январь-эйвен 2022. Начну сразу с того, что у нас для новичков скидка будет 25% на весь каталог, и будет подарок, вот такая парфюмерная вода в феврале уже, Maxima Icon, либо такая, либо мужской аромат. Я оставлю ссылку на отзыв про эти ароматы. Мужской аромат у меня тоже есть, но он сейчас у меня находится на работе. Вот так выглядит флакончик. Очень хорошая вода, интересного такого звучания. Здесь заявлены ноты иланг-иланга, ноты кожи. Аромат сладенький, неприторный. Я считаю, его можно носить на каждый день. Звучит вполне интересно, подойдет для большинства людей. Не скажу, что он какой-то супер особенный, но этот аромат, я считаю, очень достойный подарок за первый заказ. В каталоге они обычно стоят 1200-1300, и вот выглядит он очень хорошо. Здесь и слышны нотки иланг-иланга, и есть мандариновые нотки, и вот нотка кожи тоже заявлена, но кто-то слышит, кто-то нет. Ну вот, в общем, вот этот аромат. Ссылку оставлю под видео, если хотите, проходите регистрацию, я с вами свяжусь и расскажу, как выгодно разместить ваш первый заказ. И давайте сейчас посмотрим, какие выгодные акции у нас есть. Я считаю, очень классная выгодная акция на первой страничке каталога. У нас обновляется линейка New для век. Здесь у нас стоит подтягивающий гель для век и также лифтинг эффект и сияние. За 500 рублей можно взять. Вы получаете, новички, 25%, остальные смотрите по вашим привилегиям. Там сейчас у нас у всех, у каждого свои скидки, свои акции. Я просто буду говорить именно, на что я обращаю внимание. Я одну из систем возьму точно, потому что за это нам дают, за 100 рублей, вот такой набор. Тональный крем супер матирующий Flawless, Little Black Dress миниатюра и черный карандаш для век. То есть мне получается, кажется, это вообще классное, самое классное предложение в этом каталоге. Также можно здесь взять по этой акции сыворотку с протинолом вот такую и ампулы. Ну, вообще самое выгодное получается взять для век. Так, давайте дальше. Я буду проскакивать неинтересные, на мой взгляд, покажу интересные. Бонусом по каталогу можно взять вот одну из этих вот, Pure Blanca, либо Blue Individual за 429 рублей. Но здесь будет проходить скидочка 15%, а не ваша дифференцированная. Вот тоже неплохое предложение, но здесь будет тоже скидка проходить 15%. Давайте поехали дальше. Очень хорошая цена на линейку Artistic Parfumeurs. Ароматы достойные. У меня есть отзывы на эту линейку. Я оставлю ссылки под видео. 1299 рублей. Хорошая цена, потому что обычно цена 1500. Так, Far Away у нас появился лосьон для тела. Вот такой наборчик тоже можно взять. 1099 рублей. По-моему, выгоднее взять, нежели одну воду. Так, очень мне понравилось предложение, уже было такое. При покупке двух, каждый аромат по 1000 рублей. Мне кажется, дешевле уже навряд ли будет, поэтому, кто любит, скидываемся, закупаемся вместе, как-то так. Выходит у нас новиночка Celebre Fresh, 599 рублей, я обязательно ее куплю. И вместе с вами попробуем, что это за аромат. Со странички я его терла. Пахнет, знаете, так зелено, мускусно. Здесь заявлено фиалка, цитрус. Ну, я думаю, это будет простой ароматик, но я обязательно приобрету его для того, чтобы вам рассказать и чтобы просто познакомиться. Также можно взять у нас за 79 рублей новинки февраля Avon Traction Game для нее и для него. Заявлены они у нас с нотками шоколада. Я еще не знакома с ними, но в фокусе тоже они есть. Ну вот, можно начать с пробников. Так, поехали дальше. Я обратила внимание, что здесь есть новинка, парфюмированный скраб, 349 рублей. Мне очень хочется его взять, может быть, я соблазнюсь, у меня VIP-платина, и с такой скидкой довольно-таки выгодно можно приобрести. 239 рублей миниатюрки, и мне кажется, это тоже теперь уже хорошая цена, поэтому, если вы любите, присмотритесь. Maxima Icon, кстати, есть, я, возможно, возьму клиентам. Потому что миниатюры дорожают. Здесь на стойке помады хорошая цена. Кто любит такие средства, 299 рублей. И консилер 298. Так,
Что-то тут я еще закладочку делала. Закладка вот на это средство. Шок, цена 300 рублей. Обратите внимание, будет скидка 15%. Но я считаю, нормальная такая цена. Вот эти тональнички у меня любят, и клиентка уже заказала. Лимитка. Лимитка 769 рублей. Вот такие тени. Поэтому можно взять. Не знаю, взять ли себе или не взять. Может быть, даже и возьму, подумаю. Я посмотрю. 169 рублей на туши мультиэффект и мегаобъем. Это бюджетная линейка тушей, таких дешевеньких, простых, но дешевле цены давным-давно не было. Мне кажется, самое время взять. Здесь мне понравились часики. Я вот посматриваю, мне нравится, может быть, вот из этих или из этих я себе что-нибудь доприкуплю, потому что давно на них смотрю. Сумочки. Хочу обратить ваше внимание на сумочки. Тоже мне очень понравились вот эти сумочки. Я себе покупала вообще в магазине вот типа такой сиреневый за 1400 по качеству приблизительно плюс-минус такая. Здесь они вот 699 и 799 рублей. Колготки. Тоже я себе положила закладку. Я себе возьму колготочки здесь. Потому что 40 ден я брала, вот 100 ден еще не брала. Может быть, на пробу тоже возьму. Также пижамки. Хочу себе присмотреть одну из пижам. Сейчас у нас есть дополнительный каталог на сайте, может быть, и там. Ну, по 1500, мне кажется, цена нормальная, они были дороже. Аутлет, распродажа. Кто хочет еще успеть расцвести грандер, почули. В общем, здесь можно кое-что на распродаже посмотреть. Вот этот набор меня очень заинтересовал. За 499 рублей. Здесь есть для женщин набор и для мужчин. Пены у нас переупаковывают 500 рублей. Плюс сработает, по идее, ваша скидка 25%. Это очень выгодный набор. И я думаю, что надо взять мне этот точно, этот подумаю. Может быть, тоже возьму. Получается по цене хорошо. Обратила я внимание сама лично вот на этот скраб. И я его тоже хочу, наверное, взять. Кремовая фиалка 300 рублей. Он был 329, меньше цена не опускалась. Advanced Techniques. У нас сейчас поменяли упаковки. И в старых упаковках сыворотки по 179 рублей. Это отличнейшая цена. У меня сейчас сияние. Питание у меня тоже было. Это вообще классные вот эти вот сыворотки, очень люблю. А еще смотрите, 300 рублей всего лишь маска для волос, абсолютное питание. Вот так. Но здесь у нас при покупке чего-то надо выполнить условия. Может быть, на эту масочку я присмотрюсь. И сухой шампунь ни разу еще не брала. Кто любит, присмотритесь тоже. Еще вам хотела показать вот этот кремик. Вот он у меня есть, очень вкусный, сочный такой, с классным фруктовым ароматом. Я им пользуюсь на каждый день, мне он нравится. Один из лучших кремов линейки Avon Care по аромату для меня. Такой фруктовый, классный, правда, аромат. Вот если вам надоели все старые линейки, то смело берите. Вот я себе закладочку делала. По цене 59 рублей, ну, нормальная цена. Для новичков скидка 25%. Кто не новичок, смотрите по вашим привилегиям. И вот этот кремик, тоже снимала на него отдельный обзор. Где-то вот в каких-то листалках с ароматом шоколада для ног. Я им мажу, и ручки тоже очень такой густой, как баттер. Такой плотного нанесения, пахнет вкусно. Всего лишь 109 рублей. Я считаю, достойный вот этот крем. Вот честное слово, мне он так понравился. Новинка. Новинка выходит, вот такая, значит, маска для носочки для ног. Также у нас есть и старинка, но, в общем, вот еще такая вторая выходит, 239 рублей. Здесь у нас для деток, никак мне не пришел шампунь, но в следующем заказе клиент сказал, Вась, вот я сегодня отдала посылочку, при покупке двух 139 рублей, а чтобы было 129, надо набрать уже 6. Я считаю, это много. Новые пены, они не новые, но они старые, их переупаковали. Пена Лилия была снята и сейчас она появилась, у меня она будет в заказе, у меня есть клиент на нее. И себе я тоже хочу попробовать Лилию взять. Также они будут в больших объемах. Здесь дальше у нас идет, можно взять выгодно каталог и два пробничка за 49 рублей. Так, гели для душа. Advanced Techniques 209. Раньше были 199. Обратите внимание. Ну, в принципе, я все равно хочу взять себе сияние. Avon True. Обожаю вот эту пеночку.
Очень люблю ее, прямо с водорослями. Здесь идет у нас сейл. Неплохие цены, по 500 рублей, если вы любите эти кремы. Мне они не подходят, но у меня есть постоянные клиенты, которые их покупают. Здесь вполне такие нормальные скидочки. 329 рублей на линейку X-Series и на линейку Summer White. Хорошая цена на Persif, 699 рублей, на Inca Dancens, очень хорошие цены. Black Sweat Hot, Full Speed, я думаю, дальше будет дороже. Поэтому вот эти помады тоже хочу взять себе какую-нибудь, может быть, красненькую, что-то хочу, вот матовую себе помаду взять. У меня есть в Орте оттенок у дочки, она ее очень любит, 300 рублей, супер цена. Так, ну и здесь у нас сейл, я особо больше ничего не закладывала, можно полистать. Новинка у нас выходит румяна, я все на них смотрела, но не соблазнилась. 219 блеск, 279 праймер, кто любит, хорошая цена. Тушь 219, я ее не люблю, супершок, но есть клиенты. Карандаши по 159, и у нас выходит помада Леди, новые оттеночки, вот здесь. Вот так они выглядят, вы все наверняка уже видели. Всем спасибо за просмотр. Всем пока!